Я сделал. Что ты сделал? Что, команда была? Так мы сказали, можно начать. Сейчас, 2 секунды. Сейчас, блин. Он сделал, блин. Я не видел. Они тебя гадов покупают. Ты покупай, да? Дай, делаешь пресс 50 раз, потом вот здесь приседание. Эй! Пресс 50 раз, вот здесь приседание. 100 отжиманий, 100 приседаний, 100 пресс. И приседание здесь, чтобы я видел Артема. Приготовились. Минута. 25 бросков. Вена! Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. 10 секунд осталось. 18. 19. Стоп! 25! Отбегаем. Вы пошли пресс сделайте. Вы. Можете уже начинать. Да, не прибил минут. Да, так, спуск. Теперь Артем. Чучело тебе не нужно просто. Поэтому еще раз придет. Ты тут? А? Че, номера все плыть? Так ты все по нам встретишь. Оплыл вас этим. Можете сделать 25 приседаний. 25 пресс. Курочка, курочка, не спи. Может, ты поделаешь через грудь? Через грудь. Но не 25 бросков. Ну, сейчас тебе скажу. 25 это 12. Только без фанатизма. И в ту сторону, куда хорошо делаешь. Так, приготовились. Приготовились. Внимание! Время! Раз! Два! Три! Четыре! Ну, на 1-2 раз. Просто если бы ты делал первый, то ты бы уже второй не вставал. Вот в чем вопрос. Так.
этот, почему не бросал пастухов лежит? Я сделал. Где ты сделаешь, ты лежишь? 12 раз я сделал. Где ты? Вот камера, она не видит ничего. Так я сделал 12 раз, потом... Я не знаю, они закрыли тебя. Тебе придется повторить. Ну, они здесь стояли, тебя не видно. Так я сделал что? Я не знаю. Вот я в камеру смотрю, там ничего нет. Там видно, работает Денис и работает Чезар. Сталин. Сталин! Одели кимоно, заправили. Артемчик, чучело берешь? Пошли вокруг ковра. Стали, что кимоно? Сейчас плюну туда. Нет, не надо. Чезар, где кимоно? Вот, надежное место. И притворяйся, блин. Не, болит. Уже прошло. Болит. Просто... Уже вчера прошло. Будет самбо соревнование и поехали. Андрюшенька, дай мне, пожалуйста, пояс. А то будет... Я уже с вами бороться не смогу. То вообще не чувствовал, а сейчас... Хорошо, пацаны, построились. Чемпион, я что-то разочаровываю. Что-то ты ставишь как-то расслабленно. Я? Да. Честь. Это мой. Возьми. Что-то ты расслабленно. Я не покупаю, я пиццу проиграю немного. Я понимаю, но понимаю, в чем дело. Я хочу с тобой покушать. И так мне придется кушать сунгуряну. А он может не согласиться, блин. Понимаю, он выиграет и пиццу жрать будет одежды. Со мной, хорошо, пацаны. Значит, мы завтра будем. Кто работает, тот парит. Кто не работает, тот парит. Ты завтра придешь качаться, нет? Поскольку? Завтра, если вы не качаете. Четверг, пожалуйста. 4-5. Хорошо. Значит, я не иду в пиццу, но тебя. Если не будешь вдруг проходить, позвони. Да. То мы играем, играем, потом еще раз. Еще вниз. Хорошо. Все, мальчики. Еще не хватает. Игоря. Да, еще раз. Кстати, вам дискуссия. У меня к вам большая просьба. Не обманывайте. А если обманываете, обманывайте красиво. Мы не обманываем. Дарин, обманывайте красиво. Вот, например, никогда не говорите, что там болезнь родственников, а своей болезни. Бог все видит и наказывает. Алло. Скажите, Сергей Анатольевич, вы еще не заболели? Мама сейчас. Нет, ну все нормально. Все, давай, давай. Да? Нет. О, да, я уже сомневаюсь, Влад. Перебим. У меня такое впечатление, что он точно тебе отдал. Что-то прям постановка. Айсмен Денис. Хорошо, сейчас мы включим. Музычку. Денис, тата, ты у себе? Мама звонила? Да. Наверное, спрашивал, где же...